Так, ну что, время 6:30 утра, уже рассвет вовсю занимается, как говорит. Мы погнали в Москву, все в Сочи закончилось на эту часть. Вот, но скоро мы сюда вернемся, потому что у нас будет СДЧ, у нас будет Мацури, у нас будет много всяких движух. И Сочи — это наш такой второй дом, особенно на межсезонье. И отдельно хочу сказать спасибо еще раз отелю «Мармарис», всем сотрудникам, руководителю. У нас такой всегда теплый прием, мы так всегда классно здесь проводим время. Здесь очень много постоянно наших РДСовцев живет разных, ну, болельщиков там из других команд. Ребята, не только, кстати, РДСовцев, кольцевиков тут тоже встретили. Поэтому «Мармарису» респект, спасибо огромное. Ребята, да, ты не «Мармарис», а «Мармарису» респект. Ну, тебе тоже, ладно, респект, что там, чего ж тут. Так, все, мы погнали. Тахограф. И все. И курточку на крючок, видите, едет меня. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора не нас.